Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами, как всегда, Пип, и сегодня мы смотрим игру, точнее, сборник игр, который называется Край. Это у нас сборник авторских видеоигр, тут их несколько штук, у нас есть Троллейбус, Спокойная комната, причем Спокойная комната, Цветок, Бегущая строка и Орг. Так, под кураторством и Мазо или Мазо, точно не знаю. Ну, давайте смотреть, что же все эти игры представляют. Давайте выберем Троллейбус. Запускаем. Кстати, прикольно, у нас мышка шевелится и на компьютере, и тут. Так, Metaphysical Троллейбус Симулятор. Охренеть. Так, ну давайте посмотрим, что тут. Новая игра. Так, посмотрим, что же в этой игре нужно делать. Так, у нас есть троллейбус. О, серьезно, мы можем на нем ехать. И видно, мы по какому-то российскому городку едем. Хорошо, что мы тут можем сделать? Пока что мы просто едем, окей. Так, и куда же этот троллейбус нас приведет? Ну, слушайте, выглядит очень даже прикольненько, особенно моделька автобуса. Так, хорошо. Я не знаю. О, нам надо на остановках останавливаться. Так, мы собрали народ с остановки. Отлично. И теперь двигаемся дальше. Скорее всего, мы просто должны по всему маршруту тут проехать и собрать всех. Так, а у дерева никому не надо остановиться? А, не надо, скорее всего. Окей, двигаемся дальше. Едем, едем через какие-то парки, видимо. Лесом это не назовешь. Маленький какой-то городок, лето, птички поют, все ништяк у нас. Так, вон у нас вдалеке уже имеется следующая остановка. И там что-то целая толпа народу стоит, и одни бабульки, походу. Да, так, собираем всех. О, собрали, отлично. Погнали дальше. Может быть, что-то тут еще интересное будет, не только остановки с бабками. Сейчас это посмотрим. Но слушайте, задумка на самом деле очень прикольная. Так, давайте поближе, поближе, поближе. Все, тормозим, собрали. И что в итоге там нам нужно сделать? Просто собрать всех людей или что? Мы уже почти сделали целый круг по маршруту. Мне так кажется, и скоро вернемся к точке, где мы начали. Или подождите. Или мы уже по второму кругу поехали. Что-то я заблудился. Возможно, мы уже едем второй раз. Я как-то не обратил внимания, не запомнил местность. Так, еще одна остановка, окей. Так, забрали, блин, а в чем смысл игры-то? Нам что, нужно... просто кататься по кругу и собирать народ? Высаживать мы кого-нибудь будем тут или нет? Очень странная игра. Задумка может быть и интересная, но, блин, хотелось бы сюда, чтобы какие-нибудь диалоги добавились. Например, как ругаются бабки, дерутся там в автобусе за свободное место. Ругаются из-за того, что, блин, проезд стал дороже стоить. Ну, какие-то действия в игре наполнить сюжетом. А просто вот так вот кататься, ну, это как-то на самом деле не особо весело. Весело сделать один круг и все, а дальше, ну, блин, кто это будет играть на самом деле? Бесконечно катаясь вот по одному маршруту. Ну, бабки, давайте, заходите. И, короче, мы поехали, блин, вот так вот будем ехать. О, начали ругаться. Во, вот. Что творишь-то? Никуда поехал. Ты глянь на него. Вот бабки завизжали в полный голос. Все, довольны? Смотрите, только съезжаю. Вытрезвитель его, забавно. Вот это вот забавно, да.
Интересно, давайте попробуем врезаться куда-нибудь. Что творишь-то? Куда? Умник какой, нашелся. Тихий. Тихий, что творишь-то? Ничего не страшно. Да, бабки тут, конечно, да, сразу разорались. Давайте врежемся в дом, например. Посмотрим. Да что ж так мотает? Потому что я задолбался по маршруту вашему гонять. Во, блин, какие крикливые. Стоило мне только съехать с маршрута, сразу начали визжать. Так, а высадить-то вас как-нибудь можно? Так, мы можем еще камерой тут вертеть. На самом деле, можно себе удобно сделать. А я что-то даже мышку отложил в сторону. А мы поедем, бабульки, с вами в горы. Ну что, в поход, бабки, едем. Сейчас я вас в лес всех вывезу, самых крикливых. Ой, блин, как они бухтеть начинают. Так, и что случилось? Маньяку попали. К маньяку попали. Забавно. Так, а мы, смотрите, мы уехали дальше. Все, мы бабок в горы везем. Все, бабки, берегитесь. Блин, как еще троллейбус на самом деле прет в гору без линии. Все, бабки уже начинают переживать, чего ж они раньше... Чего там у тебя протухнет, бабка? Я сейчас вас прокачу. Эх, полетели. Так. Так. И все, тут типа пустырь. Ну, пока что понятно, что дрифт. Дрифт на троллейбусе кто-нибудь видел? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ну забавно, но в принципе и тут тоже все уже. Больше, наверное, мы никуда... А, нет, смотрите. Мы можем еще дальше поехать. Так, ну вывозим бабок далеко. Так, что-то еще произошло. Все умрем? Да бабки, вы чего, блин? Ой, мы куда-то, слушайте. А, блин, тут бы еще как-нибудь развернуться. Не ссыте, бабки, мы сейчас уедем в Геленджик. Блин, вообще наш автобус ехать вообще прям не хочет по этому болоту. Еще бы где-нибудь тут не увязнуть. Блин, очень хреново он управляется по этому гравию. Он вообще почти ехать не хочет. Давай, 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 нам надо отсюда уехать. Нахрен мы этих бабок сюда повезли вообще? Так, еще бы найти проезд тут правильный. Так, а бабки что-то уже не особо-то и кряхтят, боятся, что я их тут высажу где-нибудь в лесу, скорее всего. Так, блин, а куда ехать-то? Непонятно. Во, смотрите, куда-то еще приехали. Ё-моё, в поле попали. Смотрите, бабкам уже весело стало. Они уже запели. А мы на троллейбусе несемся к горе. Вот это жесть вообще. Вот это, слушайте, вот это забавно. Да, я сначала... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Бабки, что с вами? Что творится с троллейбусом? Подождите. Ой, так, я словил баг. Все, мой автобус в космос, в стратосферу улетел. Так, автобус, а ну возвращайся ко мне.
Так, он куда-то улетел. Ё-моё. Серьёзно? Мы в космос улетели, то есть это было что ли задумано так? Так, потихонечку, смотрите, тут еще надо двигаться. О, бабка одна выскочила. А, они подталкивать даже стали, нифига себе. Смотрите, они помогают. О, все бабки вылазят. Бабкам, короче, в итоге понравилось путешествие. Здесь был Ной. Нифига себе, ты куда мы вообще попали-то? Да, куда-то мы в космос, походу, собрались. Бабки, а зачем вам в космос? О, они меня толкают вообще. Даже можно вперед не давить. Они сами меня толкают. Ну ладно, я им помогу немножечко. Так, скоро приедем. Не Ной. Нормально, здесь был Ной сначала написано, а потом скоро приедем. Не Ной. Все, мы куда-то в гору забрались. И... О, я могу выйти из автобуса, что ли? Или не могу? Так, я хочу выйти. А, бабульки сидят тут. Поют. А как мне выйти-то из автобуса? Все, вот тут я могу выйти и... Так, бабульки, а ну-ка, двиньтесь. Ой, солнце светит. Прикольно, слушайте. Я король мира. Так, а они от меня все отворачиваются почему-то. И, ну и чего? Мы с вами поедем назад-то? Автобус толкнуть так, вместе с бабками в пропасть. Так, все, я в автобус зайти уже назад не могу. Ну, я думаю, все, это конец пути, и я сейчас просто прыгну, разбежавшись, прыгну со скалы. И погнали. О! Я полетел! Охренеть! Я полетел! Вы прикиньте? И чё, мне к небесам вот этим лететь? Блин, ну давайте в эти небеса полетим. Так, тучи раздвигаются. И что же там будет? Что же там меня ждёт-то? Охренеть! Слушайте, вообще вот неожиданная развязка. Сюжет идет так, и... Ну-ка, тучки все раздвиньтесь, я к солнцу лечу. Хотя я не знаю, вообще сюда мне надо лететь или нет. Во, все, заканчивается. Геймдизайн Костя Кушко, художница Мария Сая... Да и куда вы? Голоса и песни, ансамбль Кладец. Слушайте, ну, очень прикольно. Русские строения, блин, да не успеваю читать. Можно было бы титры сделать на самом деле помедленней. Спасибо, что были троллейбусом. Да не за что, было, кстати, очень прикольно. Что ж, ну чё, погнали. Наверное, следующую игру посмотрим. Так, спокойная комната. Давайте ее запустим. Так, войти и выйти. Так, настройки, тут, ну окей, так, отменить, ну входим в спокойную комнату. И что же тут у нас есть? Интересно будет посмотреть, что же тут нас ждет. Мяу, ой, это, что это, какие-то вырезки из газет? Так, тут что-то странное.
А что нам тут нужно сделать? Так, портрет Ленина. Так, это кто у нас такой? Не знаю, кто это такой. Так, не выйдешь из-за стола, пока не доешь. Это что, всякие воспоминания, что ли? Еще ложечку. Вылезай из воды, у тебя уже губы синие. А, это мы типа дети, и наши всякие воспоминания разные с детства. Нифига себе. Надень, уши отмерзнешь. Отмерзнут. Так, бутерброды, не еда. Да, всем так, наверное, говорили родители. Оставь хвост в покое. Так, придет серенький волчок и укусит за бочок. Ну, последний разок с горки. Еще можно? Так, закругляйся, скоро домой. И последнее. А голову ты дома не забыл? Так, вырастешь, будешь делать, что хочешь. Да, мне кажется, всем так говорили. Так, у нас новые фишки появились тут. Это у нас уже зачетная книжка. Это мы уже типа повзрослели. Ну, давайте посмотрим. Тетрадка. Собака съела. А, это мы уже учиться пошли, да? Да, счастливый. Билетики, да, все искали раньше билетики, проездные с счастливыми номерами, например, 3 семерки, либо 4 семерки. Так, классный удар. Это мы в футбол играли. Оливки, фу, и сыр. Раньше мне не нравилось. Ну, кстати, мне сейчас уже 35 лет, и мне до сих пор не нравятся оливки и маслины. Так, ты пахнешь как любовь. Так, ты мне нравишься. Так, это значит, мы кому-то уже в школе в первой любви признаемся. Зачетная книжка. Не волнуйся. Да, это экзамен у нас. А это что? А, списывай, но не точь в точь. Да, это у нас отличники говорили. Я и так все знаю. Дальше что у нас? О, это уже тут мемчики всякие пошли, приставки и так далее. Так, это что? Дача. Сегодня последний день оплаты. Хм, оплаты за что? Это что? Еще 15 минут. А это будильник у нас, прикольно. Так, помнишь меня? Консоли, да? Я помню все консоли. 0 входящих сообщений. Штраф 5000. Домой не позже 21:00. О, это у нас страница из ВКонтакте. Нет, я занят. Так, чего? О, это у нас счетчик за воду. Так, и что тут у нас написано? Разобрать бы. А, чего? Я жизнь пе... А, вся жизнь впереди. Окей, так, а вот тут мы еще... Все нужные бумаги уже оформлены. Это что такое? Давление что-то подскочило. О, это уже, походу, мой возраст, да? Так, это что, никто и не подаст теперь воды? Это мы что уже, это прям старый, что ли? Так, ТикТок. Что за чертовщина? А, не, это уже старые. Так, это что? А кто последний? Это мы в очереди стоим. Голубь. Кыш отсюда. На тебе 100 рублей на сладости. Это я уже типа каким-то детям даю. А это что у нас? Так, молодежь книжки уже не читает. Все. И, короче, комната сужалась, и нас, походу, раздавило. Слушайте, а прикольно сделано. Все. Мы вышли. Достаточно прикольная игрушка, тоже мне понравилась. Маленькая, коротенькая, но прикольная и со смыслом. Так, ну давайте третью игру посмотрим. Цветок. Так, выберем русский язык обязательно. Если он тут есть, почему бы его и не выбирать сразу. Так, девушка ждет меня в кафе у парка. Она говорила, что любит цветы, так что надо найти несколько в городе. Так, нам нужно найти 5 цветков, да? Первый цветок. Хорошо. Так, давайте носиться по городу и искать цветы. Это что такое? Ух ты! И тогда он заявил, ты хороший механизатор, но сейчас тебе нужно остановиться. Такие исследования больше не прерогатива, Цаги. Отдохни немного, возьми отпуск, я не знаю, посети соляные пещеры в конце концов. Его зрачок черный с желтым ободком бешено вращался по радужке.
Так что можно было сказать наверняка, он смущен, возможно, даже немного напуган, и несмотря на его горестный вид, так и говорящий о внеплановом урезании бюджетов, истинная причина этого разговора крылась в странной одержимости нынешнего руководства. Он отвернулся к резервуарам в явной попытке скрыть нервозность, завладевшую им во время этого вынужденного разговора. «И тогда я уже собирался выходить из кабинета», — добавил. «Может, попробуешь найти кого-нибудь, пока будем там? Просто мы уже просто... Это не должен быть кто-то особенный. Ну подумай, какой пример, не очень приятный». С каждым разом, когда он заводил этот разговор, заминки, болезненные придыхания, паузы в попытках подобрать слова, эти вечные эндемики его мыслительного процесса постепенно выкраивались из его речи, освобождая место категорическому императиву, сформулированному здесь и далее как оппозит принципу неизвестности. Ой, да, начинается какой-то текст тяжелый. Так, она смотрит с любопытством, как бы спрашивая, насколько это продукт любви, а насколько продукт ужаса. Она хихикает и в отрывках ее заигрываний. «Я не хочу быть предназначена». Гаденько мимикрируя, вы сливаетесь в архетипическом процессе подкупа, как демонстрации силы. «Я люблю розы, но цветы менее насыщенные, чем F00, тогда...» Короче, какой-то, блин, какой-то странный и нелепый текст. Так, я нашел еще один цветок. Отлично, уже два цветочка у нас есть. Так, люк я не могу открыть. Так, бежим дальше по городу. Так, а тут что у нас? Бумажка. Не, я не буду это все читать, тут это какой-то странный и непонятный текст, на самом деле, блин, как будто отрывки из книжек, не хочу я его читать. Однажды Тристан... Так, это, короче, просто бумажки из рассказов каких-то. Тристан, это уже у нас какая-то пьеса, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно. Пьеса либо рассказ, хрен его знает, точно не помню, но, блин, для чего это тут нужно? Непонятно. Так, еще записка, да? Я чувствую что-то там. Ля-ля, тра-ля-ля. Но нам что главное? Нам главное найти цветок. Хрен пойми, где тут его нужно еще отыскать. А, и я не уверен, что мы его тут найдем. О, так, третий цветок, хорошо. Нам еще, по сути, надо два цветка найти. Так, еще одна бумажка. Куча текста, который тут, видимо, для разнообразия игры. А это что такое? Это тоже цветок? А я не могу его взять. Он огромный такой. Вот, зато есть вот тут цветочек. Отлично, нам осталось найти всего один цветок. И вот он стоит. Все, мы нашли 5 цветков и можем идти на свидание. Чудесненько. Так, смотрите, там какой огромный цветок ходит. А к кому мне надо идти-то? И куда? А, видимо, в кафе вот сюда. Угу, привет. Я не опоздал. Зачем ты прятался? Ты же знаешь, наша встреча это... Она предназначена судьбой, так что я всегда буду тебя ждать. О, это то, что они тебе сказали? Ты забавный. Кто это они? Кабинет 20. Перебивает. Ты странный, но все в порядке. Я принесла тебе маленький подарок. Я нашла милого жука. Бомбу Сарикуама. Хочешь? Где вообще сейчас можно найти такое в наше время? Это из лаборатории? Я же говорю, я гуляла в поле вчера вечером и увидела его сидящим на ветке осины. Хочешь, я посажу его на твою камелию? Мне кажется, это было бы очень романтично. И хорошо, сказалось бы, на нашем будущем опылении. Я не могу отказаться, да? Ох, конечно, ты можешь, но с чего бы тебе это делать? Подумай лучше о том, что мы можем заняться, чем мы можем заняться вечером. О, да, и еще, принеси мне чай, я хочу фиалковый. К свиданию прошло успешно, но что-то осталось недосказанным.
Так, девушка ждет меня в парке, она говорила, что любит цветы. Так, я так понял, что прежде чем собрать все цветы, тут еще нужно собрать, короче, кучу этих бумажек, которые нам кучу подсказок дадут. Ну, очень странная игра, на самом деле, не объясняется ничего толком. Конечно, тут нужна предыстория, описание, чтобы было более-менее понятно, для чего мы собираем цветы, понятно, а вот для чего эти все записки, как они относятся к сюжету, вот это бы хотелось знать заранее. Ну, на этом мы завершим обзор этой игры, и давайте выходим. Что ж, у нас осталась еще бегущая строка. Давайте ее быстренько посмотрим. Так, незадолго до того, как лечь спать, ты пробуждаешь несколько слов и записываешь их на клочке бумаги. Это последние слова, принадлежащие этому миру. После уже засыпая, ты пытаешься вспомнить, осознать порядок слов, но структура известных тебе естественных и искусственных языков уже начала мутировать, и я не успеваю прочитать, зараза. В отчаянии ты ищешь лазейку, стараясь скрыть свои слова между строк чужих. Гипертекстовый кошмар загоняет тебя, стараясь откусить кусочек твоей личности и ее заменить чарующими символами, превозносящими твое эго. Вдруг ты вспоминаешь о этике, и в каком-то смысле тебе кажется, что это единственный способ принести часть себя через... Чё за нахрен? Почему так быстро? Надо чуть медленнее, потому что не все могут очень-очень быстро читать. Так, с красными поворотами. Нажмите левую кнопку мыши. И... А что мне делать тут надо? Так. Строки поэта. Так, отворотами красными, с отворотами отсюда уйти. Так, а что... Так, повторите, я что-то не понял. А нам что нужно делать? А, нам надо вот так вот собирать стихии. Так, красненькая, окей. Так. Бам. 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 Так, ни хрена не понятно, но очень интересно. Мне надо синенькое, видимо, собирать, да? Так, все синенькое. Так, ну допустим, я собираю синее. Так, ай. А у меня еще рука пытается схватить. Я не знаю, мне что, типа от этой руки... Блин, нет. Слушайте, на самом деле, ну, достаточно сюрреалистичная какая-то игра. Я понял, что вроде как надо что-то со словами делать. Но непонятно что. Вот, ну, допустим, у меня синие, это фигня. И что, мне надо синие собирать первыми, да? Ну, давайте попробуем, блин. Просто непонятно, что делать. Где описание геймплея? То есть подсказки. Вот вам нужно то-то, то-то сделать. Ну, смотрите, вот я собираю, блин, все синее, да? Вроде так, так, ай, 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 блин. Все, я понял. Ну, короче, надо, вот у меня есть цвет синий, да? И типа мне надо все синее, да, собирать. Ай, блин, покрасилась. Эй, рука, отвали. Мне еще надо как-то от руки этой убегать. Потому что рука это может меня схватить. И видите, как по хитрожопам она делает. Ай, ну и как я выберусь-то? Так, надо, блин, и вперед я продвинуться на самом деле дальше не могу. Мне надо как-то вот держать баланс. Так, ну все, синий я вроде пока что собираю. Нет, 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 нет. Ай, блин, не поймала меня рука. Так, и, блин, а в как... Куда мне дальше-то врезаться? Так, у меня пустая эта фигня. Так, синяя. Так, уже, вот смотрите, то, что зачеркнуто у нас, это у нас типа одна жизнь осталась. Все, и рука нас схватила. Но, в принципе, понятная игра. Не сказал бы, что она мне очень нравится. Смысла в ней мало. Во-первых, нужно описание сделать, что вам нужно делать, чтобы не приходилось игроку, блин, допирать вообще до смысла самому. Вот, ну и вообще какой-то смысл должен быть. Или это просто вот такая мини-игрушка простая. Если просто мини-игра,
без смысла, то, ну, более-менее, больше не могу ничего сказать. Если что-то на большее себя представляет, то над ней однозначно нужно поработать сильнее и добавить много всего еще интересного. Так, ну давайте последнюю игру посмотрим. Она у нас называется Орк. Итак, поздравляем, вы только что продвинулись по карьерной лестнице. Теперь в список ваших задач, помимо расследования бюджетов отдельных проектов нашей организации, выходит осмотр, сортировка и анализ объектов, проходящих через отдел контроля качества. Будьте внимательны, не пропускайте нежелательные элементы и не допускайте грубых экспертных ошибок. Помните, что культурные обогащения наших клиентов лежат в ваших руках. Ваш новый идентификационный номер 93882. За вами закреплен кабинет 3684. Со следующей рабочей недели вам необходимо забрать инструмент 784. Мне это, блин, надо запоминать эти цифры или нет? Если надо все запоминать, это жопа. Так, ладно, в работе вас будут направлять агент 1002, он ваш ближайший друг и наставник. Удачи. Будущее за организацией. Организация есть будущее. Окей. Оу, так, и что такое? А что? И? Оу, так, а я ничего не вижу, что там. Так, сообщение сгенерировано, получение просто ответит. Так, закрыть. Что нужно-то, так? А, это какой-то тир у нас. Очень странно. Эй, куда меня развернуло-то? Ты, комната, какомета. Чё это? Я не пойму ничего. Так. А, yes. Что это такое? Один из ваших любимых... Я не могу прочитать, это слишком мелко. И вообще, что я делаю-то? Это у нас какой-то тир, блин, причем какой-то с глюками. Так, что, я не пойму, Сален, Милен, Элка, тут еще на вопросы типа надо быстро ответить. Процент брака, пошел в жопу, так. Нахрен, так, тут по денежке надо, по-моему, стрельнуть, да, так. Тут надо отвечать на вопросы, ну, так, жанр 5. Это, короче, получается какой-то, да, я просто от балды стреляю, потому что, ну, блин, у меня большой экран, и я не могу читать, что там написано на самом деле. И это же долго надо читать, там тексту до хрена. А нахрена сделать такой огромный длинный текст, если игра идет на время? Все, долблю. 13 секунд осталось, да, конечно. Да блин, еще и перезарядка, блин, серьезно, надо было сделать перезарядку. А, во, блин. Так, ну, все. А, все, у меня время закончилось. Да блин. А серьезно, че так много пошло-то, полезло? Эй, подождите, блин, спам какой-то полез прям. Я же не успеваю. Да блин, меня все разворачивает. Блин, вот нахрена перезарядку делать, если тут столько окон летит, надо просто оставить было. Блин. Не понимаешь просто, куда уже стрелять. Смотрите, сколько окон там, блин. Опять меня развернуло. Так, пошли в жопу. Это что у нас, капсула какая-то? О, блин. Зашибись, зачем я это подстрелил? У меня теперь все хреново стало. Так, очень странная игра. Зачем столько текста? Это подразумевалось, что я буду читать эти вопросы и отвечать на них да и нет? Да нет, конечно, ни один человек не будет на это отвечать, он просто будет тупо стрелять по этим значкам. Потому что прочитать за время, отведенное там, фактически нереально. Да и никто не будет столько текста интересного просто читать на самом деле. О, автомат у меня. У меня появился автомат. А, ништяк. Куда? Все? Он уже кончился? Ну, блин, не густо. Я только начал радоваться. Так, вон еще автомат. Так. Долбим. Да, блин. Опять меня разворачивает. Что такое там, блин? А как эту игру прекратить?
Тут конец-то будет, или я буду до бесконечности стрелять? Да блин, попади еще тут, блин, как это наркомания вообще на самом деле пошла. Так, да. Нет, да все просто, вот на все отвечаю, да. Нет, и пофигу. Так, денежки. Нет, блин, меня крутит и вертит. Не понимаю я вообще смысл этой игры. Типа мы каким-то тут работаем служащим, который типа какой-то в кибербезопасности, что ли, типа. А это симуляция кибербезопасности, что мы типа со спамом боремся и с прочей фигней, что ли? Кто-нибудь мне объяснит смысл этой игры? Нам предыстория рассказала, что мы куда-то устраиваемся, вроде как на работу, нас кто-то в какую-то комнату должен проводить, а в итоге у нас открывается тир, и мы, короче, должны в окна со спамом хреначить просто. Мы вроде какого-то, блин, антивируса, что ли, или что? Такое ощущение, что мы реально роль антивируса играем. Вообще очень странная игра. Я не знаю, но у меня очень странные впечатления от нее на самом деле. Я в такую еще не играл, ну блин, это тир, да, но он какой-то, блин, неприкольный. Нет сюжета, нет какого-то, блин, интереса просто играть. Потому что ты не понимаешь, на какой смысл просто тупо тут походу до бесконечности, да, надо долбить по этим окнам. Но время заканчивается причем, и дальше начинает потом идти. А в чем смысл тогда? Мы проиграть, получается, не можем, что ли? Вот смотрите, 4 секунды осталось, сейчас нас развернет, и мы... О, нас развернули, опять время пошло. А смысл-то, я не понимаю, причем вообще ни хрена не понимаю. Просто нахрен долбим окна со спамом. Все, я в роли тут, блин, антивируса. Короче, хреначу окна всплывающие, зашибись. Вот чё, вот в такой роли я еще себе не видел. Блин, да, странно. Так, денежки получил. Так, автомат хочу. Так, блин, да попади тут. Во-первых, очень быстро все вылезает, не успеваешь. Особенно вот по этим долларам вообще неудобно стрелять. Или что, надо успеть типа все закрыть? Все окна? Да тут не успеешь их закрыть никогда. Тут, я не знаю, тут... Сколько это будет продолжаться-то? Тут конец есть этому или как? Скорее всего, мне кажется, конца тут нет. Это должно бесконечно продолжаться. Нет, не хочу, блин. Что ж, ребят, давайте будем заканчивать, потому что это, видимо, у нас бесконечный тир такой, который мне уже что-то начинает мозг давить. Все, выходим. Ну вот, в принципе, мы и посмотрели этот сборник. Что ж, что я могу сказать? Мне понравились игры «Троллейбус» мне понравился и «Спокойная комната». Очень две прикольные игры. «Троллейбус» вообще прям такая артхаусная игрушка, прикольная. С таким смыслом, очень таким странным. Вот. «Спокойная комната» тоже прикольно сделана. Разные воспоминания по фразам. От самого младенчества до самой старости. «Цветок» — непонятная игра. Очень много там не хватает в плане подачи сюжета. «Бегущая строка». «Бегущая строка» вообще непонятное что-то, мне не понравилась она. И «Орг», ну «Орг» нормально. Ну, все, на этом мы наконец-то закончили. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока.